Натанцевали на штраф. Одно из популярных шымкентских заведений по улице Уалиханова проводила ТОЙ. Мониторинговая группа, в составе которой были и волонтеры, установила, что на мероприятии в нарушении карантинных требований собрались 250 человек. Вот только когда мониторинговая группа попала внутрь помещения, посетители выявили еще больше. Поначалу на проверяющих никто даже не обращал внимания, продолжая танцевать. По словам главного санитарного врача Шымкента, в городе действуют карантинные ограничения, а значит, запрещено проводить какие-либо празднования или свадьбы. Из разрешенного только поминки, правда, поминальный обед должен быть рассчитан не более чем на 50 человек. А суду теперь предстоит определить, какое наказание ждет нарушителей карантина. Причем отвечать предстоит как и владельцам той ханы, так и хозяевам свадьбы и гостям.